Мамонт — это древний предок слона. Нажимай пальцем на камни, чтобы разрушить их. Мамонты жили там, где сейчас Россия, Канада, США и другие страны. Мамонты появились 5 миллионов лет назад. Мамонты были очень тяжелыми. Они весили 15 тонн. У мамонтов были длинный хобот и бивни, которые помогали им защищаться и собирать еду. Мамонты жили группами по несколько десятков особей. Молодец! Питались мамонты травой, кустами и ягодами. Мамонты ели в 2 раза меньше, чем современные слоны. Молодец! Мамонты могли разгоняться до 25 километров в час. Нажимай на кнопку, чтобы двигаться быстрее.
Но чаще всего эти великаны ходили медленно и спокойно. Молодец!